На столетию поэта Якутия Вениамина Миронова в селе Первый Нерюктяинск прошел конкурс чтецов «Впервые районный». У нас сегодня великое событие, день рождения, 90-летие со дня рождения нашего земляка-поэта Вениамина Павловича Миронова. У нас проводится он в родном селе писателя. Событие тем более знаковое, что этот год в Алёкминском районе объявлен годом родного языка. Инициаторами и организаторами выступили наши коллеги. Это объединение, он так и называется, ИЕТЫЛ, что в переводе означает родной язык. Это объединение такое, якутское объединение, которое объединяет якутскоязычное население нашего Алёкминского района. В школе Первого Нерюктяинска собрались участники из Второнерюктяинской школы, с села Абаги, из города. Лена представила школу номер 2 Алёкминска. В распадках зимовьи норы, под сплетением ветвей и вняка, ни на что я судьбу не сменяю. Смысл жизни искать и найти. Я решила принять участие, потому что Якутия, Алёкминск – это моя родина, там, где я родилась. И для меня честь представлять, защищать свою родину, страну. Заинтересовал конкурс и мальчишек со второго Нерюктяинска. Здесь таёжное эхо недаром по чащобам бродило со мной. Смущено мое сердце кадаром, первозданной его тишиной. Чу, олени, летят звездопадом. Только я наловчился хитро попадать в них и пулей, и взглядом, и оружие, и зрение остро. Открывая мероприятие, перед собравшимися выступил Александр Филиппов. Кроме многочисленных регалий, он двоюродный брат Вениамина Миронова. Разница между нами 16 лет. Только я с детства, с 58 года по 68 год вместе были, собственно, вот, за ним, вместе за ним ходил. Даже любимая девушка эту записку относила. Она, это Анна Дмитриевна, это будущая жена, тогда девушка молодая была, с детства, вот у нас, да. Знать и помнить своих поэтов необходимо. Сохранив свое наследие, сохранишь себя. Елена Фаст, Максим Копылов, Алёкминск.